Демек, айтпатандашылар, әр шайны өзіңіз денлеп ешіттіңіз, әлбетте тевселеріміз енді бөлі бір нәтижелер бойынша, әлбетте бір-екі автадан соң бөлі межгулеттеріні япсаңыз, әлбетте ең гүзел бөлі бір өзветіңіздің ең гүзел шекілде кетіреджексіңіз, әлбетте тендері салда болмажақсыңыз, әм заев килоларда ек олажақ. Деп более бір тевселерінің денлеп ешіттік. Не есем бізім студиямызда енді да бір мұсафыр болуынан ве Гүзел Субет бізді беклей. Гүзел Субет беклей керчектен де, чүнке біз доғру ашай тақында, ве спорт тақында левхамызны сейреттік, лафеттік, енді есе татылықлар мевзусына кечеміз. Ве бізім студиямызда Риян Кучерова, кондитер-декоратор, вафли флористикасы, мутихасысы. Селям алейкум, хош келдіңіз студиямызға. Как ваше настроение? Настроение прекрасно. Прекрасное утро. Да, вот мы посмотрели сюжет о том, как сбросить лишний вес после новогодних праздников, о том, что нужно правильно питаться, о том, что нужно заниматься спортом. Но, конечно же, тема сладкого нам всегда интересна. Мы не можем распрощаться со сладким. И вот хотелось бы поговорить о вашей деятельности. Как вы пришли к кондитерству? Как давно вы этим занимаетесь? Ну, это всегда было моим увлечением. Мне нравилось, я как любитель занималась этим. Но несколько лет назад я ушла в декретный отпуск, и рождение сына меня сподвигло все-таки профессионально заняться своим увлечением. До этого я почти 12 лет отработала главным бухгалтером. И как хороший экономист у меня даже мое хобби стало монетизированным. Уже в процессе обучения я пришла именно к тому, чем мне нравится заниматься, именно уже к вафельной флористике. То есть на сегодняшний день это ваша основная деятельность? Ну, можно сказать, да. В большей степени да, потому что на данный момент я занимаюсь не просто изготовлением вафельных цветов, я занимаюсь изготовлением вафельных цветов на заказ для кондитеров, которые работают со свадебными тортами. Вафельная флористика очень интересна, хотелось бы подробнее вот узнать и познакомиться с этим направлением. Да, это довольно интересно, это новое направление, нельзя сказать, что оно совсем новое, но в России нет как таковой школы, хорошо сформированы для обучения вафельной флористике. Поэтому для того, чтобы ей научиться качественно, приходится вспоминать азы английского языка, изученные в школе и в институте, и обучаться на англоязычных курсах. К сожалению, сейчас в связи с тем, что ковид, приходится обучаться только онлайн, потому что возможности перемещения по миру, да, и приезда в Россию иностранных преподавателей довольно затруднено. Вот. А хорошо сформированные школы – это Южная Корея, Сингапур, Китай. К сожалению, на данный момент перемещаться настолько свободно по миру проблематично, но хорошо, что есть интернет, и можно обучаться свободно. Да, ну скажите, пожалуйста, вот сколько времени вам понадобилось на обучение, чтобы уже принять первые заказы? Около года я занималась именно непосредственно с образованием, изучала этот вопрос. Сначала с репетитором английского языка, да? Но я изучала английский углубленно еще в университете, поэтому, в общем-то, при постоянном контакте мне удалось освоить курсы. Вот. А уже с этого года два, как я делаю цветы на заказ, а с этого года я вышла уже на новый уровень, я буду преподавать в Крыму. Производство вафельных цветов, и вот уже 29-30 января будет первый очный мастер-класс, что большая редкость не только для Крыма, даже для России, потому что нет сформированной школы. А сколько времени уходит приблизительно на изготовление одного вафельного цветка? Ну, здесь больше зависит от сложности цветка и от мастерства самого мастера. Поэтому у меня получается довольно быстро. Конечно, когда я начинала, все получалось не настолько быстро, иногда мне казалось, что надо все бросить, но, как и в любом деле, настойчивость, она дает свои результаты. А можете ли так вот кратко, в двух словах, рассказать технологию изготовления? Технология изготовления, она заключается в том, что существует вафельная бумага, она съедобна, и из нее при правильном фактурировании ей передается форма, и получаются довольно реалистичные цветы. Мне нравится вафельная бумага за то, что с ней можно работать во всех формах, создавать необычайно легкие по весу конструкции, что не дают другие материалы.
И из-за этого торты выглядят более современно, более красиво, более стильно. То есть это уже не простые розы из крема, как было там 20-30 лет назад. То есть кондитеры идут в ногу со временем. И в Крыму есть кондитеры, которые данным вопросом занимаются. Единственное, что мало кто работает на заказ, потому что это трудозатратный момент. И сложно хорошо обучиться, чтобы делать это настолько красиво, чтобы это было востребовано. Но кто с таким видом декора сталкивается, они уже от него не уходят, потому что это очень красиво, очень воздушно. И опять-таки для Крыма это очень актуально, потому что такой декор, он не тает, не улетает. И выглядит все очень красиво. Тем более, что идет тенденция к проведению таких пышных, красивых свадеб. Для нашего региона это очень актуально. А где берете идеи для изготовления цветов? Это вы ориентируетесь на какие-то рисунки, на какие-то уже готовые изделия, или же придумываете что-то сами? Ориентируюсь я, как правило, на работы флористов, которые работают с живыми цветами. Но я привношу свою лепту в том, что я люблю работать в монохроме. То есть у меня бывают композиции просто красного или просто синего цвета. За счет игры оттенков и цвета можно дать... Торт делать необычайно красивым и стильным. То есть он не выглядит аляписто, он выглядит стильно, он выглядит в ногу со временем. Как и все должно быть, наверное, в этом мире. Конечно. Да, Риана, скажите, вот в какое время года чаще всего вот много заказов бывает? А раньше это был все-таки свадебный сезон, лето-осень. Но в связи с тем, может быть, ковид внес свои коррективы. Да, в этом году... Даже зимой было много заказов, потому что свадьбы, по всей видимости, перестали переносить на теплое время года. Поэтому я могу сказать, что сейчас, наверное, круглый год. А может быть, я уже достигла той степени мастерства, когда у меня есть заказы круглый год. Есть ли у вас какой-то фирменный рецепт, свой какой-то секрет, изюминка, который вы никому не рассказываете, но вот пользуется, допустим, именно этот торт популярностью? У меня есть, скажем так, два рецепта. Один более экзотичный. Это торт с зеленой матчей, но он довольно специфический на вкус, и это для людей, которые любят пробовать новое. А более классический вариант, который всем нравится, это шоколадный торт. У меня есть рецепт вот шоколадного торта с орехами, который очень любят мои заказчики. И вот этот рецепт, пожалуй, я им ни с кем не делюсь. Интересно. А все-таки вот за столько лет практики, как вы считаете, что делает торт, либо какую-то сладость, либо любое блюдо все-таки вкусным? Потому что насколько делились с нами секретами, да, что основной ингредиент – это любовь. Нужно вложить свою любовь и душу в то изделие, которое ты делаешь. Ну, это отчасти так, и все-таки рука мастера, да. По одному и тому же рецепту у каждой хозяйки получается свое блюдо. Поэтому, да, мы все разные, поэтому я не боюсь обучать это тому делу, которым я занимаюсь. Потому что у каждого человека он несет свою лепту и получится по-своему. Чохсагол, ну что, посетили нас сегодня. Мы вам желаем творческих успехов, прежде всего, в вашем творчестве. Да? Пусть все, что вы запланировали и какие планы себе уже построили на... пришедший год, пусть они все осуществятся. А мы вам желаем всегда хорошего настроения, и пусть действительно все, что вы делаете, вы всегда делали с любовью. Спасибо. И с таким огоньком в глазах. Да, я тоже присоединяюсь к пожеланиям коллеги. Какие будут у вас пожелания нашим телезрителям? Чтобы они мечтали, верили в себя, предпринимали усилия, чтобы их мечты исполнялись, и тогда их утро, наверное, будет на самом деле добрым. Чохсагалнес, хорошего вам дня и хорошего настроения. Спасибо большое. Сайгладослар, яйнамас, девамете, энда я ваш соуна, яканлашамас, амабува, хатабас, изгедаба, рубрикамас на тахдиме, темас буйранас.